Киевсовету еще повезло, а вот Львовский уже подсчитывает убытки после штурма радикалов. Выломанные двери 18 века стоят 12 тысяч гривен, еще 3 тысячи стулья. Кроме того, радикалы полностью опустошили буфет. Они съели все запасы еды и стащили 2 ящика с водой. Напомню, 30 мая около 400 активистов из Национального корпуса АЗОВ, Правого сектора и Легиона Свободы штурмовали здание Львовского областного совета с требованием продлить мораторий на продажу земли и национализировать активы России в Украине. Между радикалами и охраной завязалась потасовка. Пострадали тогда 15 человек, из них 11 полицейских. Открыто 5 уголовных производств. И на сегодняшней сессии депутаты облсовета потребовали, чтобы полиция и прокуратура наказали погромщиков, но потом все же проголосовали за обращение, которое радикалы адресовали центральным властям. Більшість тих тез, які озвучували пікетувальники, були підтримані депутатськими фракціями Львівської обласної ради, про що свідчать підписи, як ми також хочемо прийняти заяву, у якій дати свою позицію стосовно тих подій, які сталися під час розгляду цього питання 30 травня. Йдеться про захоплення приміщення.